денег, которые мы получаем, доходы, они ничем не обеспечены. То есть мы имеем определенный денежный навес доходов над расходом. И для того, чтобы реализовать любой национальный проект, требуется, чтобы были произведены соответствующие, могут там станки и куплены определенные машины. А если это все не произведено, поскольку производство сокращается, и от того, что мы все больше и больше берем денег, а при этом нет материального их покрытия, то, соответственно, и нет желания брать эти деньги, потому что куда их девать? Только на повышение зарплаты, за это ты еще получишь, что ты в коррупции и так далее. Так что тут еще есть вторая проблема, что сами нацпроекты в самом начале были составлены так, что они не являются, в общем-то, обоснованными документами. Ну, то есть Кудрин прав? Деньги есть, специалистов нет? Ну, начнем с того, что Кудрин должен понимать и следующее. Сам факт несбалансированности доходов и расходов говорит о том, что в стране рулят абсолютно неграмотные люди. Потому что здесь должен быть тоже баланс. А раз его нет, значит, что-то не так государство.